Всем привет! Готовим пирожные муравейник, любимое лакомство во многих семьях. Пирожные из песочного печенья с вкусным кремом. В первую очередь сделаем тесто. Нужно 225 граммов муки, 100 граммов сливочного масла, 75 граммов сметаны, 50 граммов сахара, 1 чайная ложка ванильного сахара, 1 чайная ложка разрыхлителя и щепотка соли. Муку смешиваю с разрыхлителем, добавляя холодное масло, порезанное кусочками. Руками перетираю в мелкую крошку. Можно тесто замесить и в планетарном миксере с насадкой весло. Добавляю сахар, ванильный сахар и соль. Теперь сметану. Хорошо перемешиваю и собираю тесто в комок. Заматываю его в пленку и убираю в холодильник охладиться на 1-2 часа. Охлажденное тесто натираю на крупной терке, сразу на противень и равномерно распределяю его по всему противню, тонким слоем. При 180 градусах выпекаю печенье 25-30 минут до румяности, оставляю полностью остыть. Руками измельчаю печенье в крошку, не слишком мелко, но и чтобы не было крупных кусочков. Для крема нужно 100 граммов мягкого сливочного масла, полбанки вареной сгущенки и 50 граммов рубленых грецких орехов. Орехи по желанию, но с ними вкуснее. Мягкое масло взбиваю 4-5 минут. Масса станет белая, пышная, как крем. Сгущенку перемешиваю миксером и по ложке подмешиваю к маслу. По желанию можно сюда добавить ложку коньяка. Печенье смешиваю с орехами. Добавляю крем и хорошо перемешиваю. Теперь можно сформировать пирожные. Можно просто сформировать круглые, как теннисный шарик. А я беру стопку, хорошо, если она будет конусоподобная. Вовнутрь кладу полиэтиленовый пакет и заполняю приготовленной массой. Хорошо утрамбовываю. Переворачиваю на блюдо и убираю стопку и пакет. Вот такие получаются мини-муравейники. Всего у меня получилось 12 штук. Убираю их в холодильник на 2 часа или на ночь. Украшаю шоколадом. Для этого 30 граммов шоколада кладу в кондитерский мешок, завязываю и опускаю в горячую воду. Когда шоколад растопится, срезаю уголок и украшаю пирожные. Нарядные муравейники получились. Вкусные, хрустящие, но не сухие. Крема достаточно. Хранятся хорошо, можно их сделать за 2 дня до праздника. Они станут только вкуснее. Обязательно их приготовьте. Удачной вам выпечки и до новых встреч!